Итак, сейчас у нас будет страна Габон. Мы приготовим бананы в кляре. Очень простой, быстрый рецепт. Список ингредиентов, как всегда, под видео. На каждого человека по банану. У меня 4 человека. Вот 4 чищу бананы, разрезаю пополам. В одной миске я взбиваю яйцо. И еще в две других насыпаю муку и панировочные сухари. В сковородке нужно разогреть достаточное количество растительного масла. И теперь каждый наш банан обвалим сначала в муке, в яйце, потом в панировочных сухарях. И потом отправляем на сковородку, обжариваем с двух сторон. Жарятся они буквально полминутки, очень быстро, поэтому следите. После вытаскиваем на бумажное полотенце, чтобы стек весь ненужный жир. Подавать их сразу обязательно горячими, посыпая корицей и сахарной пудрой сверху. И, конечно же, мороженое. Горячие бананы с мороженым – это просто отличный десерт. Ушло на это 10 минут, а можно сразу удивить своих близких. Приятного аппетита и подписывайтесь на мой канал и отправляйтесь со мной по путешествиям по кухне всему миру.